Сегодня у нас на улице не очень тепло. Второй день продолжается сильный ветер. Ночью все-таки температура была очень холодная. Трава была белая, наверное, были заморозки. Так, смотрим на мои культуры. Это у меня перцы. Вот с краю у меня лежит ткань. Я накрываю все-таки на ночь. Несмотря на то, что это поликарбонат, но ночью здесь тоже довольно-таки холодно. Вот. Но надо же, ты у меня красавчик зацвел. А кто тебя пылять будет? С этой стороны помидоры, томаты. Так, вот это тоже цветет. Красавица. Вот здесь я еще два огурца посадила. Вот. И вот такие у меня томаты. Как вам? Здесь у меня петуния. Вот надо будет ее, наверное, посадить в землю. Сидит рассада. Здесь у меня салат. Бурно ты созрел, поспел. Надо сегодня салатик сделать. А вот здесь еще немножко осталось редиса. И вот перышки зеленые на салат. И редис. Редис, интересно. Здесь что-нибудь-то? Или просто так сидишь? Вон, видите? И есть редиска. Редис немножко поспевает. Правда, плохо, жарко стало. А, какая сейчас температура? Ох, ох, ох. Нет, это большая. 43 градуса. Сейчас открою дверь. Здесь дышать нечем. Видите? Еще и вечером закрываю, чтоб не дуло. Вот одеялом. Когда будет совсем жарко, я его сниму. Когда лето настоящее к нам придет. А когда оно придет, неизвестно. Зацвела жимолость в саду. Цветочки невзрачные, но зацветают они рано. А ягоды уже в июне поспевают. Длинные, синенькие, со вкусом черники и голубики. Только что опыляли наши помощники шмели. А вот пчел не видно. Шмель вылетает при температуре плюс 10. А пчеле нужна более высокая температура для вылета. Ой, какие красивые цветочки. Да? Прекрасные. Так что вот как рано цветет жимолость. Зацвела вишня. Кукушка кукует. Приехали. Какая-то старая дорога. Здесь мы ни разу не были. И кругом один лес. Там болото с озером. Смотрите, нам интересно, куда же эта дорога ведет. Птицы поют. А птицы поют. Не знаю. Но мне так интересно. А вдруг там какая-нибудь заброшенная деревня? Поля раньше были, да? Не знаю, что тут было. Тут, наверное, зверей много. И грибов, и ягод. Сюда не ступает нога человека. Вот дерево все обгрызли.
зимой звери. О, видите? Все деревья обгрызли. Кукушка, кукушка. Что ты там кукуешь? И в ответ. А говорят, кукушка на пустой лес не кукует. Вот я люблю такие места, где людей мало. Чисто. Людей нет, одна природа. Смотрите, а здесь прям гнездо сороки. Тишина. Вот здесь только один какой-то единственный дом разрушенный. Но, видать, люди все равно приезжают, потому что поле вон посажено. Чьи-то владения были. Все почти разрушено. А здесь когда-то ведь была деревня. А от деревни и домов не осталось. Один единственный дом. Ну, посмотрите. Это Лосиная. Вот видите, один единственный дом стоит. И вот здесь какое-то строение. А место какое красивое. Вот поле здесь сажает. Странное место. Посмотрите, сколько здесь камней. Круглые камни. Вон. Такие камни хорошо бы взять себе. Здесь что-то было раньше. Дождик стал накапывать. Видите, какое там небо? Темное. Мелкий дождик. Мушкары очень много летает. Сейчас мы вот по этой дороге поедем вниз. Да, здесь, видать, хорошее было место для жизни. На горе. Здесь тепло, речка рядом, озеро. Поля, наверное, обрабатывались в былые времена. А сейчас все заброшено. Приехали к колодцу, который находится в лесу. Ты что, как будешь брать мне? Да. Колодец такой красивый, ручка у него есть. Крутить. Но воды мало. Воды очень мало. Видите? Даже не течет. Вот. Тут. Эй! Все с любовью сделано. Вон там сетка, чтобы мошкара, грязь не попадала. Закроем. Колодец лесной. А там болото. Село Алексеевское. И здесь в селе развалины храма Божьего. Посмотрите, какой был красивый храм. А? Прекрасный храм. Это, видать, вот это вот колокольня. Вокруг храма Божьего. Колонны. Видите, как раньше строили. Это, видать, центральный вход был. Раньше как строили, а? Грандиозно.
Колонны какие мощные. 5 мая я пришла на территорию организации и была в шоке. Я увидела снег. 5 мая, когда температура 20 градусов, здесь, представляете, все еще лежит снег. Ничего себе! Самый натуральный снег. Вот это да! Вот это новость! Фантастика! Вот это да! В шортах и снег. Какая же здесь была куча, что снег не тает. Фантастика просто. Снег. Ничего себе. Вот. Сейчас я сделаю снежок. Он там внутри чистый. Ничего себе. Я в шоке, что вот снег. Надо же. На улице темно, и дождик льет и льет.